Короче, значит, заходим вот сюда. Пишем, пожалуйста. Напиши питоновский скрипт. Да ё-моё. Which generate spaceship of spaceship spaceship. Просто напиши питоновский скрипт, который генерирует космический корабль. Давайте уточним. Simple model какой они еще, какой еще бывает космический корабль? Видимо, можно уточнить, что это Протос. Это слишком сложно. Давайте не Протос, а что-нибудь известное. Например, Imper Army. Imperior Army. Imperior. Imperior. Ну, вроде правильно написал. И посмотрим, что нам выдаст искусственный интеллект. Конечно. Читаем внимательно на экран. Мои руки сейчас лежат подальше от ноутбука. И код пишется. Vertices. Подождем. Edge. Так, ну по-моему это какой-то слишком простой фигур. Видимо, это даже не spaceship. Сейчас посмотрим. Откуда он берет значение, я даже боюсь представить. Ответ из весов нейросети, но это все настолько 22 век. И пока. Так. Давайте попробуем затестить. В общем, мы получили сгенерированный код. Закопировали его и вставим его в Blender. Я уже с этим играюсь. Вот наш код. Выполним его. Что мы увидим? Это что такое? Это что-то старое. Это камера. Давайте удалим все. Delete. And run script. Так, он нарисовал квадрат. Ну ладно. Хотя бы так. Хорошо. Какие у вас есть идеи? Сейчас я увеличу. Вот наш результат. Он нарисовал квадрат. Этот вот код. Ну, видимо, да, что тут граница квадрата. Углы. Давайте попросим. This is not a spaceship. Spaceship. But квадрат, как по-английски квадрат. Точнее, даже не квадрат. Прямоугольник. Прямоугольник. Я, к сожалению, не помню английский. Сейчас мы узнаем. А, это не прямоугольник. Параллелепипед. Параллелепипед. Перевод слова параллелепипед. Нет, не надо Яндекс. Там очень грузящие компьютер технологии. Интересно, что это так и звучит. Хорошо. Давайте-ка скопируем это слово. Потому что печатать его слишком сложно. Мы даже код пишем, видите ли. С клавиатуры на английском. Точнее, не код, а задание. Техническое задание.
But параллелепипед. Can you write a spaceship model code for Blender? This is not a spaceship, but параллелепипед. Can you write a spaceship model code for Blender, please? Возможно, это ключевое слово. Конечно, вот питомский скрипт для блендера, который сделает Basic Spaceship Model. Давайте посмотрим. Тот же самый нам выдаст код квадратика. Либо не квадратик он нам все-таки сделает. Итак, минус один. О, смотрите-ка, уже другие значения тут. Видите? У нас были вот такие. 0,0, 1,0, короче, там дефолт какой-то. А теперь у нас нечто интересненькое. Давайте-ка посмотрим. Так, копируем. Я, возможно, добьюсь от этого писателя кода нечто креативное. Итак, текст транскрипт. Так, это уже треугольник. Смотрите. Мы приближаемся. Какие у вас есть идеи? Предложите, и я спрошу у этого индийского искусственного разума, что же ему создать. Возможно, он может создать все, что угодно. Возможно, ничего сложнее пирамидки.